было нормально, но писать песни о городе-герое, священная земля, Мамаев курган. А с кем писать? Мои поэты в Москве, да в Куйбышеве. А они мне говорят, нет, Пономаренко, и у нас есть свои. Вот у нас есть Агашина Маргарита, начинающая поэтесса. А я говорю, а где жена? Да где? Рядом с тобой сидит. Я к ней, Маргарита Константиновна, она от меня ручками говорит, что у меня корявые стихи. А мне уже дали брошюрку. Я прочитал, я говорю, нет, Маргарита, это замечательные стихи, они просто певучие очень. Как раз вот эту, вот да, что было, то это было. Ну, а затем пошло Мамаев курган, это там березки были высажены, оказывается, они высажены в честь погибших братьев. И мы написали «Растет в Волгограде березка», а затем «Подари мне платок». И затем замечательную, вот самую популярную, на мой взгляд, и это волгоградскую песню «А где мне взять такую песню?», которая живет очень долго-долго, и она размножилась куплетно, поют туда уже куплеты по-разному, каждый по-своему. Это очень интересно. Вы знаете, Григорий Федорович, у нас очень много писем по одной песне, которую вот тоже вы вместе с Маргаритой Константиновной написали. И, как правило, это письма и заявки от женщин. И, наверное, это не случайно, потому что все эти песни, большинство из ваших песен посвящены женщинам, женской судьбе, женской доле. Даже вот если эта песня о березке волгоградской или о ивушке, это все равно где-то подразумевается, наверное, все-таки людские наши судьбы. И вот особенно много таких заявок на песню «Бабья доля». И мне запомнилось письмо, которое пришло к нам из Омской области от Софиулиной Гарифы. Отчество она, к сожалению, не указала, но мне что особенно запомнилось? Мать 11 детей. И вот грешно вот для этой женщины, наверное, не выполнить ее просьбу, вот эту песню исполнить. Давайте это поет Ольга Воронец. Поет Ольга Воронец. Сядем, что ли, вспомним, что ли, друг на друга поглядим. Что такое бабья доля, и о том поговорим. Бабья доля поднимала, ребятишек подняла.
стань на Волжском берегу. Этой доли пороси, как ромашек на лугу.